Всем привет! С вами я, Максим, и сегодня мы покажем велосипед для настоящей модной девчонки. Потому что это круизер Швин Спрайт. Вот он, собственно говоря, этот розовый красавчик. Классическая женская рама. Это круизер белый, розовый и немножечко вкрапления голубого делают его просто изумительным. Это велосипед для настоящей леди, для настоящей ценительницы такой. Именно велосипедной красоты. Вот даже вот это сиденье с вышитыми вот такими вот вензелями, розовой ниткой, они дают особый такой эффект. Конечно же, это фирменное седло Швин с двумя вот такими вот пружинами. Оно очень мягкое, к тому же еще и амортизирует. Посадка здесь супер комфортная, вы сидите практически с ровной спиной. Остановились, можно даже не вставая с седла, сразу же убрать ногу в сторону, и таким образом даже не нужно будет слезать с велосипеда, когда вы останавливаетесь. Все сделано, в общем-то, для комфорта, для такого фанового катания. Вот такие вот широкие покрышки Швин Круизер 2.25. Они, в общем-то, подсказывают, что на велосипеде нужно ехать по каким-то ровным таким поверхностям, по набережной, по асфальту, по тротуару. И не стоит даже думать о том, чтобы ехать куда-то в грязь или в какое-то непонятное движение. Покрышки эти, к тому же, очень мягкие, они еще и дополнительно выполняют функцию амортизатора. Велосипед этот оборудован алюминиевой рамой, резиновой вилкой стальной. И, в общем-то, вот таким вот, кстати, замечательным рулем. Очень широкий руль дает возможность вам ехать с, в общем-то, не скукоживаясь, с открытыми плечами. Он добавляет этому велосипеду особого шика и комфорта. Вы будете ехать с полностью распрямленными плечами, прямой посадкой и просто кайфовать от него. Здесь есть переключатель на 7 скоростей, вот такой вот Shimano Tourney. Трещотка тоже, соответственно, на 7 скоростей. В общем-то, этого хватает, чтобы ехать по любым поверхностям, даже на горку. Ну и с горки, естественно, тоже. Вот такие вот белые, очень яркие педали добавляют особого шика этому велосипеду. Защита цепи, конечно же, присутствует металлическая. В общем-то, велосипед очень-очень симпатичный, достойный. И, пожалуй, любая модная леди хочет обладать именно таким экспонатом. Ну а с вами был я, Максим. Всем, кому понравилось, не забывайте ставить палец вверх, пишите комментарии. Смотрите наши новые видео, веселее в жизни, и всем пока!